В Ульяновске работает онкопатруль. Специалисты Федерального научно-медицинского центра радиологии прибыли в регион, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме раннего выявления рака. В развитых странах курс успешного восстановления при диагностике на первой стадии составляет больше 50%. К таким показателям стремятся и отечественные медики. В фокусе внимания – поражение поджелудочной железы, который, к сожалению, нашему и, к несчастью, нашего населения выявляется, как правило, на четвертой, иногда на третьей стадии. То есть это практически смертельные случаи. И поэтому сейчас мы отрабатываем те симптомы на базе ведущих стран, там, где эти заболевания были одними из главных. Это Китай, это Япония, которые накопили уже определенный опыт. И сейчас мы хотим, чтобы у нас в России мы его тоже распространяли. Впервые в регионе презентован пилотный проект по раннему выявлению рака поджелудочной железы. Достижению желаемого результата сопутствуют современные методы лечения, соответствующее оснащение стационаров. Последнее ведется благодаря поддержке от национального проекта здравоохранения. За время включения Ульяновской области в федеральную программу смертность от онкологических заболеваний снизилась на 4%. Онкопатруль – это та площадка, на которой могут познакомиться наши региональные специалисты, федеральные специалисты, наладить связи. То есть вот эта многоуровневая система оказания медицинской помощи, когда на уровне первичного звена пациент отправляется к онкологу. Существует сеть ЦАОПов, это амбулаторных центров оказания онкологической помощи, где пациенты получают химиотерапию. В сложных клинических ситуациях консультация организована с федеральным центром. Подобные случаи обсудили в ходе научной конференции. Площадкой проведения стал Ульяновский государственный университет. После команда врачей будет работать на предприятиях области. Онкопатруль проведет диагностику сотрудников и их семей. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.